Я буду вести репортаж в моем новом шасси Суперлиги. Что ты сказал? Я сказал, я буду вести репортаж в моем новом шарфе Суперлиги. Вот. Уху! Ого! Реально крутотень, Кулджо! Дашь блоку померить? У меня есть его размерчик, бро! Ого! Эй, а что если мы все сегодня выйдем на поле в моих бутсах? Так мы всех точно сделаем! Ни за что! Эль Матадор играет только в своих бутсах. Да брось, Эль Матадор, давай, выручи своего бро! Тогда ты будешь неделю ставить мою любимую музыку в своем клубе! Договорились, чувак. Ха-ха-ха! Ну и вон, чувак! Убери их подальше отсюда, а! Страйкеры никогда не играли лучше. Игра безупречно слажена. Просто невероятно. Просто летают над полем. Суперстрайкеры в отличной форме. Гол! Дэнсинг Раста, это ваш лучший матч. Что повлияло на игру сегодня? Это просто дело техники. Играли слаженно, как часы. А еще нам помогли новые бутсы от Cool Joe. Шейкс, ты же играл в одних бутсах много лет. Внимание. Ну, я... Очевидно, что после сегодняшнего матча бутсы от Cool Joe станут лидерами продаж. У суперстрайкеров впереди два матча. Берегитесь, колоссы и космос. Разницы в весе почти не чувствуется. Мы использовали впитывающий слой из пористого свинцового сплава. Впереди у суперстрайкеров еще два матча, в оба дня будет дождь. Бутсы впитывают влагу и станут тяжелее на 60%. Это сработает. Чем мокрее, тем лучше. Теперь надо подменить бутсы Cool Joe на наши. Ваша техника идеальна при любых условиях. Курс тренировок в скейт-парке развил ваши способности. Замечательно. Должно сработать. Ага, бро. Если так пойдет на поле, мы всех сделаем. Попробуем еще. Что тут босс делает? Cool Joe. А? После вчерашнего матча все хотят твои бутсы. Мы на них хорошо заработаем. Я решил, что команда будет играть в твоих бутсах до конца сезона. Так вам, чуваки. Об этом я вам и говорил. Я организовал презентацию. Всем быть обязательно! Приветствуем в клубе Cool Joe! Билет, пожалуйста! Доставка для Cool Joe. Давай, ставь сюда. Не смейте смеяться. Где же они? Да! Вот они! Представляю вам! Новые бутсы от Cool Joe! Cool Joe!
Вы вчера сыграли просто блестяще в твоих новых бутсах. В чем их секрет? И на танцполе, и в футболе. Обувь должна подчеркивать твой стиль. Техника очень важна для суперстрайкеров. Она наше главное оружие. Эти бутсы для победителей. Они противостоят неприятным запахам, протестировано на Эль Матадоре. Проверено на стойких запахах, шейкс. Эль Матадор, даже ты будешь играть в них до конца сезона? О, да. Так эти бутсы будут мега популярны. Если я их надену, они станут еще более крутыми, да? Разве сейчас время для перемен? Следующие два матча против Колоссов и Ориона. Они очень сильны. Эй, мы тоже не промах. А теперь у нас новые бутсы. Правда, Кулджо? Кулджо? А? О, ну да. Вы все в курсе. Давай, Шейкс, покажи свой лучший удар. Фу, ха-ха, Спенза не пропустит твой гол. Сегодня ты обязательно выиграешь у Колоссов, Шейкс. Я не упущу шанс, бро. Фу. Отличный удар, чувак. Это из-за твоей передачи. Техника просто идеальная. Эй, может, покажешь мне пару ударов? Прости, чувак. Пойду поучу Колоссов. Вот, держи. Они мне очень помогли в свое время. Может, они и тебе помогут. Ух ты! Ты серьезно, Шейкс? Увидимся в Суперлиге. Ого! Спасибо! Ты точно уверен, что это хорошая идея, бро? Мне они больше не нужны, Спенс. У Кул Джо отличные бутсы. Ладно, только не раздавай все, что делает Шейкса, Шейксом. Не бойся, приятель. Если я зайду слишком далеко, ты придешь на помощь. Увидимся на стадионе. Ха-ха-ха, буду сидеть где обычно. Матч на арене Страйкерленд. Суперстрайкеры в отличной форме. И сегодня не сдадут позиций. Не сомневаюсь, Ренда. Теперь что? Это новая зубная шина с символикой Суперлиги. Вот как я люблю эту игру. Эй, не знаешь, где купить боксерские перчатки с символикой Суперлиги? Пора! Упал. Они спотыкаются о свои ноги. Этого от них никто не ожидал. Игрок Колоссов обходит Дэнсинг Расту. Да любой мог бы обойти капитана Страйкеров. Персей подрезает блока перед воротами. Это первый гол матча! Давненько мы не видели Страйкеров в такой плохой форме. Мак, что скажешь? Я не верю, что они так плохо сыграли. И на том спасибо. Будто каждый игрок живет в разных часовых поясах. Им, кажется, не хватает одной секунды. Кажется, суперстрайкеры решили исправить ситуацию. На что страйкеры рассчитывали? Настоящие мазилы. Странно, на тренировке это работало. Это итоговый счет матча. Колоссы обычно играли сильнее, но сегодня это не понадобилось. Это твоя вина! Я играл словно в невесомости! Сегодня я не крутился как тигр, а ползал как улитка. Йоу, босс! Как вы могли допустить такую игру? Вы специально подрываете продажи бутс Кул Джоу!
Так продажи росли до этого. Все потому, что вы выиграли в них матч. Если будете проигрывать, знаете, что случится? Мы проигрываем из-за бутс. Они очень тяжелые. Правда тяжелые? Даже блок тормозит из-за них. Старые и новые. Они весят абсолютно одинаково. Вы просто ищете оправдание своей плохой игре. Нужно лучше проработать технику на тренировках. И мы играем в бутсах Cool Joe. После сегодняшнего матча суперстрайкеры опустились на второе место. Следующий матч против команды Орион. В этот день обещают дождь, что только на руку Ориону. Дождь. Я никогда не думал, что так ему обрадуюсь. Их бутсы впитают воду и притянут их к земле. Бутсы Cool Joe преградили им путь к победе против колоссов. Из-за новых бутс суперстрайкеры упали на вторую строчку таблицы. Не показывайте! Прости, Cool Joe, я не доверяю этим бутсам. Я возвращаюсь к старым, добрым, которые я отдал. Мне было так плохо только тогда, когда я пролил горячий шоколад на любимую пластинку. Это все моя вина. Ага. Может, это из-за новых бутс? У вас ноги трясутся. Шейкс. Проливной дождь – преграда для обеих команд. Но Орион не дает мячу касаться земли. В этом их преимущество. Я согласен, Бренда. Преимущество у них. Что на этот раз? Жвачка с символикой Суперлиги. Что ж, дождь мешает обеим командам. Но кажется, суперстрайкерам гораздо хуже. Сложно сказать, это из-за погоды или влияют другие факторы. Но привычная техника страйкеров сегодня хромает. Я считаю, что Орион сегодня выиграет. Если ты сказал то, что я думаю, ты сказал, то лучше и не скажешь. Орион просто порхают над полем. А суперстрайкеры намертво прилипли к земле. Мой план сработал идеально. Лига непобедимых на первом месте, а вот суперстрайкеры... Упс! 10 минут до конца первого тайма. Еще немного, и Орион вырвется вперед. Веду мяч, я так горяч! Четкость подач, я же ловкач! Что-то здесь не так. Пора это поменять. А? Шейк что-то тебе говорит. Три слова. Нет, 7 слов. Позвони мальчишке и забери... Понял. Спенза уже в пути. Кажется, Шейкс решил поменять обувь в середине игры. Хотя бы один страйкер вернулся в форму. Первый тайм подходит к концу. Нет! Гол! Орион забил первый гол. А с тем, как играют страйкеры, этим голом, возможно, все и закончится. Давай же, бро. Издеваешься? Шейкс сам мне их дал. Ты сам видел? Да, видел. Да, но как насчет тренировки? А еще я дам вам новые бутсы Cool Joe взамен старых. Как насчет этого? Ты с ума сошел? Забирай, да! Новые бутсы Cool Joe гораздо круче! Да, забирай. Эй, приятель, эй, а ну вернись! Шейкс лучше играет босой. Может, лучше всем снять обувь? Я закончить с переломанными уродливыми пальцами? Ни за что! Что-то явно не так с этими... Спенза!
Ю-ху! Привет, друзья мои! Шейкс, ты вправду думаешь, это из-за бутс? Чего? Это же металлодетектор, да? Да, сэр. В моих бутсах нет металла! Нет, нет, чувак! Блок! Свинцовая сетка! Неудивительно, что вы все тормозили! Но почему же они становились все тяжелее и тяжелее? Я знаю, что свинец через поры впитывает влагу и становится все тяжелее, и... О, мне никогда не нравился хэви-метал. Теперь мы знаем, что такое свинцовые гири. Понял шутку? Понял? Кто-то явно подменил наши бутсы после первого матча. Блин, ну кому это надо? И что теперь? Впереди еще целый тайм. И что же нам? Снова твоя рука. Кто бы это ни был. На поле выходят суперстрайкеры. Они поменяли бутсы. Что? Страйкеры наверстывают упущенное. Какой отлаженный маневр! Нет! Теперь страйкеры задали жару Ориону. О! Времени не так много. У нас ничья. Смогут ли страйкеры выйти вперед? О-о! В прошлый раз после этого сигнала суперстрайкеры проиграли матч. Гол! Страйкеры снова на высоте! Они показали всю свою мощь и лучшую технику. Шейкс, после провального первого тайма, как вам удалось выиграть? Это новая техника. Силовая игра. Что? Начинаешь в тяжелых бутсах, потом переобуваешься и словно порхаешь над полем. Это была идея коуча. Он гений. Я бы сказал, мы обернули наш план против нас. На 99% по моим примерным подсчетам. Мне лучше на 100% уйти. Ха-ха! Эти четкие, как мои танцы! Испорчена была только та партия бутс, что была на нас на матче! Превосходно! Продажи этих бутс просто взлетели. Этот скандал только пошел на руку рекламе. Да! Но теперь я буду играть в своих старых бутсах, босс! Кстати, а где тот порванный бутс? Мы его продадим коллекционерам.